известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей. В эфире телевизионный канал NEFS TV. Новая 39-я передача, которая называется «Энергетическое установление» или «Чужие дети». И я ее ведущий Всеслав Соло. Здравствуйте, Всеслав. В нашей студии сегодня мой соученик Радси Татарис задает вопросы, а я буду стараться на них, насколько возможно, искренне, глубоко и широко отвечать. Итак, давайте послушаем первый вопрос Радси. В передаче «Зачатие» или «Как рождаются дети» вы рассказывали о том, что истинным отцом ребенка является тот мужчина, который первым имел интимную близость с женщиной, то есть первым нарушил ее девственную плеву. Скажите, пожалуйста, как отражается на мужчине воспитание не своего ребенка? Да, действительно так. Напомню, что была уже у нас передача на нашем канале о том, что первый мужчина девушки, который зачинает ее женщиной, который преодолевает ее девственную плеву, он является на всю оставшуюся жизнь девушки энергетическим отцом всех ее возможных детей. И за кого бы она потом замуж не вышла, все ее дети обязательно энергетически будут привлекаться из тонкого мира только по карме, по судьбе того первого мужчины, этой девушки. Как это ни печально, но это факт. И я вам скажу, что об этом знали и наши древние предки, в частности, русичи. Много было всевозможных там набегов, когда там целые деревни враги хватали девушек, да, и насиловали их. А потом нужно же было продолжать род. И вот там наши русичи, древние предки, они придумывали обряды. И я так полагаю, процентов на 90, на 80 эти обряды помогали очищать девушек, испачканных врагами. То есть они выстраивали вот такие вот заборы деревянные, вот коридор такой, да, из двух заборов. Поджигали этот коридор длинный, и девушка должна была бежать по нему. Ну, не девушка уже, а женщина, которую изнасиловали враги, она должна была бежать, естественно, страхи неимоверные на нее сваливались, потому что она могла и загореться, и волосы, и одежда, и все что угодно. И она очень боялась сильно этого пробега. А там, в конце уже этого тоннеля деревянного, огненного, ожидал ее суженый уже, который из деревни. И таким образом, им удавалось совокупляться, и девушка очень часто избавлялась вот от этих энергетических зависимостей вражьих. Это все очень не так просто. Я просто напоминаю, что когда девушка лишается девственной плевы, то она в страхе боится, и энергетически у нее открывается темечко. От страха открывается всегда темечко у человека. И мужчина энергетически, астрально проходит по позвоночному столпу через свой пенис, да, вот удлиняясь, и выходит через темечко девушки, как говорится, астрально через, над девушкой зависает. И так вот эта вот его проекция и остается навсегда по жизни у девушки. И поэтому, когда она выходит замуж за другого какого-то мужчину, то все дети энергетически привлекаются уже в тонком мире на образ и судьбу того первого мужчины. И поэтому муж, который не был
первым мужчиной, муж в последующем, да, этой девушки, женщины, оказывается, будет воспитывать только биологически собственных детей. То есть они, да, будут по плоти и крови от него, потому что его биологический материал будет участвовать в конструировании в животике у женщины этого малыша будущего ребенка. Но энергетический потенциал придет обязательно по облику судьбы того мужчины первого. И вот здесь вопрос Урация все правильно. Он задает вопрос, что ожидать мужчине в таком вот воспитании не своего ребенка. Ну, сами посудите, сами подумайте, уважаемые телезрители. Когда мужчина воспитывает и радуется, что это его ребенок, да, это его ребенок по плоти и крови, можно проверить ДНК, говорится, сделать анализ и скажут, что 99,9 это его ребенок. На самом деле, ведь не только биологические свойства проявляются в каждом ребенке, но и энергетические также. И поэтому, когда говорят, что природа отдыхает на детях талантливых и гениальных людей, то я вам скажу, это не природа отдыхает, это просто женщины были нечистые. Они уже были женщинами, а не девушками. Зачастую именно так происходит. Так вот, имейте это в виду, что оказывается, подавляющее большинство мужчин воспитывает не своих детей. Не, ну понятно, что по плоти и крови, по запаху, как говорится, они ваши, но энергетически нет. И что ожидать в этом случае? Ну, сами понимаете, ребенок, ну, я говорил в предыдущей передаче, Рати ее называет, вы можете посмотреть ее. Я вообще рекомендую ее вначале посмотреть, а потом как продолжение вот эту передачу, которую вы сейчас начали смотреть, уже ее продолжите смотреть. Так вот, когда мужчина воспитывает не своего ребенка, то надо сказать вот что. Ребенок вообще-то управляет процессом развития судьбы родителей своих. И он вообще-то и сводит их вместе. Парует, как говорится, спарует когда-то. Когда ребенок не принадлежит этому мужчине, то ребенок, во-первых, относится к своему папе уже спустя рукава. То есть при наличии каких-то трений, а трения обязательно и в основном бывают в таких семьях, ребенок вообще совершенно независимо себя ведет и может вообще забыть, что у него есть даже отец. То есть он ведет себя, извините, как негодяй. Да? То есть мужчина может на него потратиться, даже там алименты платить, если он разошелся, и вообще помогать, все что угодно делать. Но это не его ребенок энергетический. И все. И тот ребенок вообще будет к нему абсолютно хладнокровен. То есть вести себя, еще раз подчеркиваю, как мерзавец. И таких случаев просто вагон и маленькая тележка по жизни. То есть мужчина страдает. Естественно, что любви он не получает взаимной от ребенка полноценной. Ребенок все равно прохладно к нему относится. Он больше тянется к матери. Он больше начинает выискивать дружбы с какими-то другими мужчинами. Не в смысле сексуальной дружбы, а просто вот ему нравится больше с соседом дружить там с каким-нибудь, да, или с папой, нежели разговаривать с папой. Лучше спросить совет у какого-то дяди Лёши, нежели почему-то у папы. Хотя папа вроде бы к нему и благосклонен, и стремится помогать, и любит его, а вот он отбрыкивается, понимаете, неважно, мальчик это или девочка. То есть всегда вот какие-то трения или натяжки, или же если даже и есть какая-то взаимность, то малейшие какие-то ошибки со стороны воспитания отца, тут же это все сказывается на какой-то агрессии, озлобленности со стороны ребенка, и начинаются какие-то проблемы. В общем-то, уважаемые женщины, девушки, да, вы уж хотя бы имейте это в виду. И не думайте, что вот ваши дети – это вот такие вот хамы там, или же ваши дети любят только вас. Просто вы нечистоплотны, вы себя повели неправильно и создали семью неполноценную. Потому что такие семьи можно назвать неполноценными семьями. Неполноценными. Ну, сами понимаете, это считаете один родитель, а другой наполовину родитель только.
И вот часто я иду по улице, смотрю, какой-то мужчина идет и радуется, такой счастливый, несет ребеночка там. А энергетически я уже научился считывать даже вкус тела любого человека, да и запах его на любом расстоянии. А уж такие свойства, как энергетические, я, конечно же, понимаю мгновенно. Я иду и думаю, ну вот он радуется. Чему он радуется? Это ведь не его ребенок. И обязательно у него будут конфликты. А жена обычно идет, и вот видно прям по ее глазам, по ее настроениям, по ее оттенкам энергетическим и затаенностям души, в движениях тела, которые проявляются. Видно, что она нечиста, что она идет и... Ну, где-то какая-то из них, так, из таких женщин, насмехается над мужчиной, какая-то злорадствует, какая-то довольная, что захомутала. Вот. А некоторые просто убеждены, что вот классно, семья вроде бы. Да? На самом деле, я вам говорю, в подавляющем большинстве дети получаются бесхозные. Дети живут в неполноценных семьях и воспитываются в неполноценных семьях. Это вот вопрос надо поднимать всемирный. Всемирно нужно поднимать его, что у нас очень мало полноценных семей. Очень мало полноценных семей. Ведь в основном сейчас семьи неполноценные. Это вот женщина и все. Поэтому в основном дети кого любят? Маму. Правильно. А там, где любят папу, вот подавляющее большинство, папа именно и есть папа, даже энергетически. Вот там тогда ребенок любит папу. Вот. Вот это имейте в виду. Посмотрите на свой опыт жизненный, признайтесь себе, что я абсолютно прав. И вы увидите, что это действительно так, если начнете анализировать и себя по жизни, и ваш случай, или случаи любых ваших подруг там, или друзей в других семьях. То есть получается, вот почему дети тянутся к маме, вот почему суд особенно вот в России, присваивает ребенка матери после развода. Да, конечно, потому что он мамин, а не папин. А вот где ребенок тянется к папе, там отцы настолько воюют, и ребенок часто даже вообще просто сам остается с папой. Потому что, ну, скажем, мама не права, она пытается себя вести неправильно, происходит какой-то разрыв, развод, размолвка, а ребенок любит папу, потому что это его истинный папа. А папа всегда на первом месте, он начинает активность, да, и поэтому папу любит ребенок обычно больше, когда папа родной, вот и энергетически родной. Папу любит даже больше, чем маму. Но если папа не родной энергетически, то, конечно, будут вот эти вот проблемы. Всеслав, могли бы пояснить такой момент? В передаче «Зачатие или как рождаются дети» вы рассказывали о том, что встреча мужчины и женщины, ну, имеется в виду для отношений, обусловлена тем, что ребенок, будущий ребенок, душа ребенка, выбирает себе будущих родителей. Но в передаче «Любовь как навык души» вы рассказывали о том, что когда женщина имеет, девушка имеет первую свою половую близость с мужчиной, то он астрально проникает в нее и уже оттуда привлекает будущего ребенка. Скажите, пожалуйста, как же тогда происходит встреча мужчины и женщины, которая имела когда-то половую близость? Ведь, по сути, тогда ребенок энергетически не видит своего будущего биологического отца, ведь в женщине уже есть астральный образ истинного отца. Как же происходит встреча? Радзи, все очень просто. Когда первый мужчина девушки, уже женщина, да, и он же становится и папой, и становится мужем, и папой последующим, да, то все нормально. Конечно, ребенок их сводит, и ребенок их судьбу решает и меняет, и так далее, и тому подобное. И вообще ребенок сводит с первым мужчиной для того, чтобы вот и зачаться-то. И, к сожалению, это не происходит как бы всегда, а только иногда начинается ребенок, и то мужчина старается как бы даже отказаться от этого. Но опять, если отказаться, это значит, ведь свобода выбора существует, правильно, да? Значит, он, в принципе, свою судьбу ломает, этот мужчина, там,
мальчик или юноша, который отказывается таким образом от ребенка. Это уже отдельная проблема. Другое дело, что когда женщина стала женщиной с первым своим мужчиной, а потом пройдет какое-то время, может даже целые годы или полжизни, и она встретит другого мужчину и выйдет за него замуж и родит от него ребенка или детей, то вот здесь вопрос, как же ребенок, спрашивает Радси, сводит их, что ли, вместе-то? На самом деле уже ребенок ничего не сводит. Он сводил с первым мужчиной, Дальше ребенок уже не сводит. Дальше женщина выбирает сама. Дальше женщина уже не по судьбе идет, а даже не по карме, а по собственной воле. Ну, то есть она уже начинает размышлять, уже пора замуж выйти. Или там, а вот он богатый, да? А чего? Он мне понравился, он красивый, там, или там известный. Там. Ну, я не знаю, по разным причинам женщина выходит замуж. Но вот она уже ищет сама. Или он ее увидел и захомутал, как говорится, и приказал стать женой, или обольстил ее, да, убедил, чтобы она стала его женой. Но уже не ребенок сводит. И понятное дело, что такая семья уже не управляется полностью ребенком, а только мать управляется. Только мать. То есть ребенок может управлять мамой, но отцом нет. Отсюда получаются проблемы, видите, еще и между отцом и матерью. Отцом и матерью. Кроме того, что проблемы между ребенком и отцом, но еще отцом и матерью, потому что ребенок хочет, чтобы мама осталась вот в этом городе и работала медсестрой, а муж не хочет этого, он же не управляется ребенком, он хочет поехать в другой город, и он ее с собой тащит, начинаются проблемы и с ребенком, и со здоровьем ребенка, и с отношениями между супругами. Видите, вот откуда всякие навороты. Ведь наши предки неспроста соблюдали девственность, да, и именно стремились до, как говорится, свадьбы не лишаться ее. Сегодня молодежь, она хочет заниматься сексом и кайфовать. Никто не против этого. Но тогда нужно менять законы. Вот мое личное мнение, менять законы. Разрешите 30-летним жениться на 12, 13, 14-летних девушках. Почему нет? 15. Почему нет? Это нормальная разница совершенно. Ну, ходит она в школу, ну пускай ходит в школу, она уже живет при муже, все нормально. Что здесь плохого-то, я не понимаю, если это семья, а не разврат. Понимаете? Надо это разрешить, значит. Понимаете? Вот в чем дело-то. То есть надо как-то тогда смотреть правде в глаза, что сегодняшние времена немножко другие. Надо тогда, может, посмотреть на практику предыдущую историю, да, на практику нашей предыдущей истории в России, когда все это было практически разрешено и считалось нормой. Но я сейчас не собираюсь убеждать законодателей, это их проблема, пускай они решают ее сами. Моя сейчас задача объяснить, что происходит, и ответить на вопрос Радси. Я же объяснил, что ребенок уже управляет только мамой тогда. Но другое дело, что его первый папа энергетически где-то живет. Вот он где-то живет, и естественно, что ребенок на него тоже нацелен и как-то начинает его тоже пытаться менять. И у папы там начинаются проблемы по жизни. Он не понимает, почему тот первый мужчина, да, он не понимает женщины, он не понимает, почему ему там вдруг захотелось вот это или другое, или там что случилось, что его уволили с работы, или наоборот предложили другую работу, а он не хотел там, или семья его не хотела. То есть у него тоже какие-то кавардаки по жизни идут, навороти, понимаете? На расстоянии даже. Ребенок все равно частично управляет его судьбой. Но уже как бы это в разрыве. То есть мама вот здесь с другим папой биологическим, а тот папа, первый мужчина, он все равно отдельно управляется. И поэтому, вот, уважаемые мужчины, вы тоже почешите затылочек и подумайте, если у вас был контакт с женщиной, с девушкой, когда вы лишили ее девственности, то она теперь уже вышла замуж, у нее есть дети, и вот ее дети управляют вашей судьбой. Из-за этого тоже очень немалое количество проблем по вашей жизни, и вы даже не понимаете, а за что, а почему, откуда свалилось это? Да потому что ребенок продолжает управлять вами. Поэтому это большая, огромная ответственность, когда вы лишаете девственности девушку. Это огромная ответственность на мужчине, он тоже
начинает подпадать под управление, его жизнь начинает подпадать под управление будущим ребенком. Или вот сейчас он зачнется, или когда-то, может быть, даже при другом муже этой девушки, которая сейчас лишилась девственности от вас. Так что это большая ответственность, лишение девственности, уважаемые мужчины и девушки также. Вы говорили о том, что будущий ребенок изменяет судьбу родителей, изменяет ее зачастую под себя. Скажите, пожалуйста, если будущий отец ребенка является только биологическим отцом, то получается, он берет на себя чужую карму, ведь энергетический ребенок видит совершенно другого мужчину. Я думаю, что уже ты понял ответ, что он не может брать чужую карму, мужчина. Он живет своей кармой, просто у него проблемы, понимаете? Проблемы. Потому что ребенок энергетически не его, а по плоти его ребенок. И карму он не берет, а просто вот эти вот проблемы кармические, да, взаимоотношения с женой, с ребенком, вот это его вот терзает, вот это его мучает. А карму того мужчины он не берет. Он просто живет с кармой своей жены, на которую никак не может повлиять. Если бы он был вот ее первым мужчиной, то их бы обоих ребенок гармонично менял, и они бы в гору шли по жизни, и семья процветала, понимаете? Обычно так и бывает, когда вот любимая семья. А тут получается вот такие вот вещи, что на его судьбу, ну, если и влияет ребенок, то косвенно через его жену и отношение к отцу. Вот так, да, влияет. А энергетически напрямую кармы нет. Вы говорили о том, что вы можете помочь женщине очистить себя после первого полового контакта. То есть очистить ее астрально от присутствия мужчины, с которым у нее произошло это в первый раз. Но исходя из того, что вы говорите о том, как влияет чужой ребенок на неродного отца, неродного энергетически, можно сказать, что в помощи нуждаются мужчины. Можете ли вы помочь мужчине, если он к вам обратится за помощью, чтобы очистить свою будущую жену, либо мать своего будущего ребенка, так чтобы будущий ребенок был уже истинно его ребенком. И можете ли вы помочь в отсутствии женщины, с которой он хочет иметь будущего общего ребенка? Сразу отвечая на этот вопрос, скажу следующее, что да, конечно же, я могу помочь такой паре очиститься. Если девушка имела первого мужчину другого, а теперь вот полюбила иного парня или мужчину и хочет за него выходить замуж, а уже испачкана каким-то первым мужчиной, то мужчина, если обратился, допустим, ко мне, или даже она обратилась, да ради бога, конечно, я помогу. Но вот чтобы помочь, как бы не имея контакта с этой и желания, да, с ее стороны, вот с этой девушкой, на которой хочет жениться вот мужчина, да, хочет очистить ее от первого ее мужчины. Вы знаете, так нет, конечно же. Надо, чтобы было согласие этой девушки, чтобы она пришла тоже на консультацию ко мне вместе со своим будущим мужем новым, да, другим мужчиной, который не был ее первым мужчиной. Вот. И чтобы она была согласна на этот обряд, вот. Чтобы обряд очищения, да, полового очищения, или же, можно сказать, девственного очищения, обряд девственного очищения я смог провести. И он непростой. Я вам скажу, что вам могут по жизни многие пытаться предлагать подобные обряды, тем более услышавшие мою передачу, как попугаи, чтобы заработать деньгу, как говорится. На самом деле это мало кто сможет сделать. Я думаю, что даже почти никто. Ибо они не знают сути, как это все происходит в реальности, в энергетической реальности.
Но это не значит, что я отбрыкиваюсь от всех и никого не допускаю там и никому не доверяю. Нет, ну кто-то может и попасть, конечно же, вдруг помочь. Это случайно, ну может случиться. Но в основном, конечно, они, как говорится, слышали звон, да не знают, где он. А как это вот четко сделать, тут уж технология, да, которой я, в общем-то, готов давно уже и понимаю, как девственное очищение производить. Поэтому, конечно же, ко мне могут обращаться. Пожалуйста, пытайтесь кому-то еще обращаться на удачу, как говорится, а вдруг, как говорится, какой-то человек поможет. Но еще раз подчеркиваю, Рати, что обязательное согласие с двух сторон. И девушка должна, женщина согласиться, и мужчина. Если он пришел ко мне один, мы можем провести консультацию, но потом на сам обряд он должен привести свою будущую жену, вот эту женщину, у которой был другой первый мужчина. Она должна быть согласна на этот обряд очищения девственности. Вот это очень важно. Скажите, пожалуйста, какое влияние окажет на мужчину тот факт, что он был первым мужчиной у женщины, но не женился на ней по той или иной причине? И не стал биологическим отцом ее будущих детей, но тем не менее он будет энергетическим отцом ее будущих детей. Как это повлияет на него? Как отразится такое сложение обстоятельств на его жизнь? Ну, я уже вскользь отвечал на этот вопрос, как бы пробежкой в предыдущих ответах своих. Ну, хорошо, поясню рацию сейчас более конкретно. Допустим, какой-то мужчина когда-то лишил девственности какую-то девушку. Он забыл уже об этом. Это было один раз, может, в командировке или случайно во дворе где-нибудь в кустах. Или в подъезде, говорится. Или на вечеринке какой-нибудь. Но потом проходит время, она выходит замуж за кого-то, рожает детей или ребенка. И вот судьба этого ребенка, сам ребенок энергетически начинает влиять на этого первого мужчину, на своего папу практически, понимаете, да, на своего энергетического папу. Я вот об этом немножко вскользь говорил уже, сейчас постараюсь подробности выявить. Что может происходить в реальности, чтобы вы узнали свою жизнь некоторые мужчины, да, которые так поступали? И, может быть, другие-то задумаются, прежде чем так поступать. Что может происходить? Вот живет пара, да, живет семья. Может быть, даже она прекрасно изгармонирована, все хорошо. И может быть, даже его жена, вот этого мужчины, да, который когда-то лишил кого-то девственности, его вот новая жена, она тоже лишена девственности именно им, он у нее первый мужчина, и семья, казалось бы, должна быть гармоничной, его вот новая семья, да. Но у него начинаются какие-то проблемы. Вот все хорошо между ними, но постоянно, как говорят, судьба, да, вот злая, что-то раз и какие-то подножки семье делает. И не потому, что она хочет, его жена, изменять ему, или ребенок его не любит, или что-то еще, а вот просто как бы сама судьба вмешивается. Ну, то есть какой-то сосед взял и изнасиловал его жену, или попытался изнасиловать, понимаете, или напоил и изнасиловал. И он в шоке, как можно простить ее или не прощать, понимаете? То есть или еще какие-то проблемы там, или болезни, или же вдруг мгновенные переезды куда-то требуются, так судьба требует, да, переезда какого-то. Несусветные, непонятные, судьбоносные моменты возникают тогда по жизни у этого мужчины. И все потому, что оказывается, если бы он знал, да, заранее, может, не поступил бы так, что он когда-то лишил девственности какую-то девушку, о которой он уже давно забыл. А ребенок на расстоянии управляет им. Вот такие вот вещи. Так что, еще раз подчеркиваю, уважаемые мужчины, будьте бдительны. Многие ваши проблемы по жизни, даже при случае успешного вашего бизнеса, процветания, карьеры и хорошей семьи, многие ваши проблемы зачастую связаны с, казалось бы, совершенно элементарной какой-то давно забытой историей. Ну, подумаешь, кого-то когда-то лишил девственности, а может даже не одного. Да? Не одного человека, то есть не одну девушку.
Тем более тогда ожидает много-много-много всего. Кстати, я вам скажу, что ведь не всегда негативно, конечно же, идут влияния. Иногда наоборот положительно. То есть здесь 50-50, здесь невозможно предугадать, куда что потянет, понимаете? Это уже зависит от судьбы развития ребенка и от интеллекта этого мужчины и так далее и тому подобное. То есть может случиться так, что наоборот ребенок будет спасать своего энергетического папу на расстоянии, вытаскивать из каких-то головокружительных проблем. Наоборот, могут случаться такие вещи. Или даже пытаться сводить этого своего энергетического папу со своей вот мамой, которая живет с другим мужчиной и родила этого ребенка. И биологически он принадлежит другому мужчине, а энергетически вот этому. И он будет сводить их, может, заново. То есть вот много-много разных историй и всевозможных вот судьбоносных моментов будут возникать. Но еще раз подчеркиваю, все-таки вот не только, конечно, отрицательные, но и положительные также могут случаться. Поэтому тут не предугадаешь, хорошо или плохо пойдет судьба. У всех по-разному. Ну, в каком случае хорошо, в каком плохо, это все уже зависит от особенностей и семьи, в которой живет, в новой семье, да, семьи, в которой живет тот мужчина, который стал однажды первым мужчиной для какой-то девушки, которую он забыл, и от семьи, вот его отношений, и от его интеллекта, от его развития, от его, может быть, раскаяния даже, там очень много-много-много нюансов, понимаете. Так что имейте это в виду, имейте это в виду. А здесь все-таки однозначно не могу ответить, что только минус, ну и плюсы тоже могут быть. Скажите, пожалуйста, какое влияние на мужчину оказывает тот факт, что он является энергетическим отцом своих небиологических детей? И если это влияние негативное, как можно его исправить? Конечно же, вот эти вот влияния на расстоянии ребенка отцом энергетическим, которого является какой-то мужчина на расстоянии, и он даже не ведает об этих детях или ребенке, то есть можно ли вычислить вот это влияние, особенно если оно отрицательное, и можно ли избавиться от этих влияний? Конечно же, да, и вычислить можно, и избавиться можно. И все это я делаю без проблем. Но, конечно же, 100% никто никогда не дает, и Господь Бог не может дать 100%, никто не может дать 100%. Но очень, очень немалый процент говорит за то, что я могу помочь. Понятное дело, что вначале я веду всегда консультацию, узнаю тонкости, подключаюсь и уясняю для себя и объясняю этому человеку, мужчине, который ко мне обратился, насколько это действительно реально, что именно вот какой-то ребенок на расстоянии влияет на его судьбу сегодня, особенно негативно. И вот тогда мы находим способы избавиться от этого влияния и передать энергетическое начало тому отцу, который уже его родил, который является биологическим отцом. Особенно если он знает их, да, и знает того отца биологического, и судьбу даже их семьи, то вообще все просто очень. А если не знает, то энергетически это тоже выравнивается, но там шансов поменьше немножко. Ну, вот так вот. То есть всегда можно исправить и вычислить. Вы рассказывали о том, что когда девушка имеет первую свою половую близость с мужчиной, то она испытывает боль для того, чтобы открылись специфические каналы, произошла определенная концентрация на опорных точках, чтобы мужчина астрально проник в нее. Но что же происходит тогда, когда женщина не испытывает боли, а когда ей приятно и даже очень приятно. Такое бывает редко, но все-таки. Ну, конечно же, такое бывает редко, но все-таки, что бывает только приятно и даже очень приятно, и никакой боли не испытывает девушка. Я вам скажу, что если такое случается, что вот никакой боли, а только приятно, то здесь плохого ничего нет. Потому что что такое боль, что такое страх? Ведь страх он связан с болью, да? Страх и приятность – это интеграл. Это суть, энергетическая линейка одна и та же. Просто страх – это нижняя часть, а, да?
получается приятность, это верхняя. То есть это интеграл, это та же линия Венеры, как бы, да? Но на самом деле это одна и та же энергетическая линия. И поэтому, если девушке не страшно, но приятно, и особенно приятно, очень приятно, то это тоже открывает ее темечко, и мужчина, первый мужчина, проникает астрально в нее, и дети будут энергетически теперь по жизни принадлежать ему. Так что ничего тут такого нет зазорного, чтобы объяснить этот момент. То есть это вовсе не значит, что девушка не приняла первого мужчину астрально, и теперь дети уже не будут принадлежать ему. А потом я вам скажу, что бывают такие моменты, что девушку могли когда-то напугать сильно. У девушки был сильный испуг, может быть, половой испуг, кто-то пытался ее изнасиловать, или же другой какой-то испуг, и темечко у нее уже открыто. И когда мужчина начинает, значит, проникать через девственную плеву, она, может быть, вот легко рвется так, что ей только приятно. Но у темечка все равно открыто, и вход осуществляется, понимаете? Так что там разные нюансы есть, конечно же. Но в основном вот это по первому моему вот ответу надо ориентироваться. Вы могли бы рассказать, что ждет девушку, ее будущих детей, и какие дети у нее будут, и вообще какие у нее будут взаимоотношения с мужчинами, если девушка потеряла девственность не естественным путем, а, скажем, хирургическим вмешательством? Если девушка потеряла девственность не естественным путем, как говорит Рати, а типа хирургическим вмешательством, то понятное дело, что энергетически в нее ничто не вошло. Ну, совершенно ничего не вошло. Понимаете, да? А следовательно, кто будет первым мужчиной, тот и войдет. Но войдет слабенько. То есть каждый раз мужчина будет входить и выходить, как говорится. То есть он не будет фиксироваться там. Поэтому если лишать девственности специально, девочек, допустим, вот родились они, и сразу девственности лишать, или там в 5 лет их лишать, что, между прочим, в общем-то имеет основу такую, что потом по жизни эта девочка, во-первых, может заниматься половым сношением в любом возрасте, как говорится, а во-вторых, любой мужчина, который будет зачинать ребенка, будет являться и биологическим, и энергетическим отцом одновременно. Любой. Вот один, допустим, с ней побыл, она родила от него ребенка, он и биологический, и энергетический. Дальше она с другим побыла, тоже родила другого ребенка, и тоже и биологический, и энергетический будет папа. То есть она может рожать сколько угодно детей, и всегда они будут принадлежать тем самым папам. Но такие тенденции есть. В частности, вот я читал высказывания и обобщения американских исследователей в этом направлении, что может действительно там 10-12 лет лишать их девственности, или там 5 лет, ну, имеется медицинский лишать, чтобы вот не было вот этих предвзятостей, была она с кем-то, не была она с кем-то, все без девственной плевы, и все, все девочки свободны, понимаете? То есть вот в этом есть рациональное зерно, конечно же, есть. Но с другой стороны, сами понимаете, что здесь случится, может быть. Ребенок уже не сводит папу и маму. Нет, нет такого, что ребенок сводит своей судьбой папу и маму. А папа выбирает маму, а мама выбирает папу. То есть здесь уже нет влияния судьбы ребенка на их объединение. А следовательно, сами понимаете, что кто может родиться, да? Родится тот, под которого подстроятся они, да? Вот, ну, просто вот ближайшие, говорится, ближайшие. Поэтому могут рождаться дети неожиданные. Могут супервеликие, а может, наоборот, не супервеликие. То есть, потому что люди, папа и мама, сами друг друга находят и сами судьбу свою строят. Вы скажете, ну и хорошо, да ничего хорошего. Потому что тогда не будет уже предсказательности в этом, да, таинственности, божественности в рождении детей. Роботизм некий появится, понимаете? И дети будут хаотичные, непонятно кому принадлежащие.
откуда взятые, понимаете? То есть это уже судьба тогда ребенка, вот он приходит, такой ребенок, а папа и мама сами что-то выбрали, и теперь не он управляет их судьбой, а они пытаются управлять его судьбой. Что будет? Сами подумайте. Протест. Протест, потому что он пришел с другой кармой. Ну, так получилось, что его, говорит, зарканили сейчас здесь, да, и он родился в этой семье. Но он пришел с другой кармой, он будет требовать физически переезда туда, или убегать там, или еще чего-то, понимаете? То есть какие-то проблемы начинаются. Тогда влияние на судьбу самого ребенка начинает происходить. Вот такая вот штука. Кстати, это бывает еще и тогда, когда женщина сама себя там каким-то предметом лишает девственности. Это то же самое тогда происходит, потому что она сама астрально влезть туда, говорится, к себе через темечко не может. И получается, любой мужчина следующий с ней будет и энергетический, и биологический отец тоже. То есть это тоже происходит так же. Или лишают, когда пальцами, да, то есть не пенисом, а пальцем лишают девственной плевы, да, или каким-то предметом лишает, тот же даже мужчина. Все равно это вот именно тогда вот такое и происходит. А, кстати, такое часто в жизни случается. Такое часто в жизни случается. Я не буду тонкости объяснять, но я думаю, что вы люди грамотные, и почесав затылок или собравшие определенную информацию, поймете, что такое в жизни случается и нередко. То есть получается, когда лишение девственности происходит неестественным путем, то судьба ребенка, сам ребенок начинает страдать. Это, в общем-то, прилично несчастные дети. Прилично несчастные дети, неухоженные, говорится, которым очень трудно найти себя, они рождаются не там, где нужно, они живут как-то странно, и потом, если и прорываются куда-то в жизни, то через огромнейшие трудности, которые вообще-то не были заложены в их судьбе. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Вы также рассказывали о том, что роды происходят болезненно, из-за того, что в этот момент душа входит в тело ребенка. Но что же происходит, если женщина не испытывает боли? Ну, положим, ей сделали анестезию. Другой вариант бывает, что ей делают кесарево. Да, она испытывает боль, но роды происходят неестественно. Есть еще третий вариант, когда женщина не испытывает боль, а испытывает оргазм во время родов. Вы могли бы рассмотреть эти три случая и рассказать, какова судьба будущих детей, что их ждет? Ну, начну с третьего варианта, что когда женщина испытывает оргазм, я так понимаю, что это очень огромная редкость. Сами понимаете, боль и оргазм – это практически, опять же, одна и та же линейка. Та же самая линейка. Поэтому, в общем-то, ну, есть и мазохисты в жизни, понимаете? Кстати, ну, мозги, так говорится, нейронные связи настроены у человека. Я помню, когда учился в школе, у нас один был парень, он, вы знаете, был мазохист, вот сейчас я вспоминаю, он действительно был настоящий мазохист. Когда были перемены у нас, вот переменки, да, все отдыхали, а он очень часто любил вот так положить большой палец на край парты и всех просил, чтобы все кулаком или ударили сильно, или надавливали, расплющивали палец до крови, а он кайфовал и просто улетал, у него там, не знаю, получался, наверное, какой-нибудь пик сексуальный, понимаете, удовольствие. То есть это был вот садист, который получал от этого удовольствие. Поэтому не каждый человек там, где должна боль, испытывает именно боль. Он может испытывать обратно, да, обратное, наоборот, приятность и даже оргазм, как сказал Рати. Вот я вот с третьего начал, да. Ну, то есть это все равно то же самое. То же самое, душа ребенком входит. Другое дело, что вот вариант, допустим, когда неестественным путем рождается ребенок, ну, скажем, кесарево сечение, это второй случай, Раси объяснял, что происходит, как бы женщина может и испытывать боль, но как бы, может, не так, что-то там, и неестественные роды. Я вам скажу, что вот разница между кесаревым, через кесарево сечение рождения, да, или же через влагалище, которое должно расширить таз там и так далее, да, а, ну, как бы по природе должны роды пройти.
Вот разница огромная вообще-то. Когда через кесарево женщина все равно боится, все равно ей страх, и душа ребенка войдет. Она просто готова к этому, и тут, говорится, никуда не денешься. То есть душа ребенка входит. А другое дело, что, смотрите, когда естественным путем рождается ребенок, то там женщина, ну, мы знаем, просто орет, да, вот она кричит в ужасах, и это больно, это ужасно, да, даже если и сильные анестезии не всегда они спасают. А, испытывая вот такую боль, то есть душа тогда матери и ее судьба очень сильно переплетаются с судьбой и душой ребенка. И чем больше мама кричит, тем больше вот переплетается. Но там это не значит, что они будут любить друг друга. Это значит только одно, что они будут зависимы сильно друг от друга. Будут зависимы сильно друг от друга. Другое дело, поскольку я сейчас уже начал говорить о различии, что если естественным путем, природным, да, через влагалище выход ребенка происходит, то сама природа это продумала, возникают все нужные взаимосвязи, вхождение души ребенка в тело, его физическое. Все, как говорится, по полочкам, все нормально. Но когда кесарево сечение, здесь вхождение души ребенка происходит мгновенно. То есть, если там он потихонечку входит, да, потихонечку, а пока он, как говорится, выходит из влагалища, он потихонечку входит. А уже, когда уже сам крик происходит, уж полностью вошел, да, ударили его. А здесь он входит мгновенно. То есть, как только его вот вытащили сразу же, да, он быстро очень входит душа ребенка в тело физическое. И в этом есть минус. Есть и плюс, и есть минус. Я сейчас поясню. В чем минус? Минус в том, что когда душа ребенка входит в свое физическое тело быстро, то, во-первых, я говорю, не переплетается с душой матери. И их судьбы будут разграничены. И не всегда это есть хорошо. То есть мама не сможет охранять ребенка, там, ну, влиять на него сильно. Или наоборот, будет постоянно держать его под каблуком, потому что иначе он не будет слушаться, понимаете? Ну, то есть какие-то могут быть вот казусы и неприятности. Причем даже, может быть, потом эта мама и с мужем-то разойдется из-за этого, потому что было кесарево сечение. Такие тоже случаи бывают, потому что душа ребенка, она не переплелась с душой мамы, а мама хочет, чтобы было по ее все, и поэтому она даже может идти на разрыв с папой ребенка, чтобы вот управлять ребенком, понимаете? То есть это вот чисто вот такое вот природное озлобление может происходить. А другое дело, что когда природно, то есть как положено рождается ребенок, там вот, я сказал, уже идут переплетения. Но вот еще здесь такой нюанс. Когда делают всевозможные обезболивающие, там уколы, там вплоть до анестезии, и можно подумать, что женщина не испытывает боли. Я вам скажу, что она все испытывает. Энергетически, как говорится, в мозгу идет полная абсолютная реакция. Все проходит, энергетические всплески идут, все нормально, энергетические идут же импульсы, и то, как говорится, от нервов, и все, что хотите. Поля идут, понимаете? И поэтому боль она испытывает, просто она ее не понимает, или не слышит, не чувствует, но она есть, эта боль. А этого достаточно, то есть энергии боли присутствуют, понимаете? И это нормально. И, в общем-то, при рождении, конечно же, хорошо, когда боль не очень продолжительная, но и не короткая. То есть средней продолжительности. Тогда и дети рождаются более-менее полноценно и гармонично, соучаствуя с судьбой своих родителей или хотя бы с судьбой мамы. Вот так бы я ответил на этот вопрос. В одной из передач вы задали вопрос, а существует ли реинкарнация? Что вы имели в виду? Действительно ли, существует ли реинкарнация или происходит что-то совершенно иное? Дело в том, что
реинкарнации есть, конечно же, есть. Но не все люди после так называемой жизни, умирая, снова рождаются. Огромное количество людей уходит на материал и не рождаются вовсе, вообще больше никогда и заново. Или распадаются на части после смерти так называемой. И поэтому уже тоже можно сказать, что он и не рождается. Поэтому реинкарнация существует. Есть такое понятие. И в реальности тоже это есть. Но не каждая сущность, не каждый человек реинкарнирует. Понимаете? Не каждый. Спасибо. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Огромное спасибо Рацию Татарису, моему соученику, за интересные вопросы. Огромное спасибо Всеславу Солу, то бишь мне. Я благодарен сам себе, что я смог ответить на эти вопросы, насколько смог, и помочь, насколько смог вам, телезрители, в жизни что-то теперь, возможно, даже изменить, по-другому жить начать. Напоминаю, что вы можете всегда подписаться на наш, на мой канал, да, на Ютубе, на наш канал Nevs TV. Можно на Ютубе это сделать, а можно на сайте rnf.info, сайт Велини, сайт, который ведет Велини, да, rnf, v как W, да, вот, .info. Там тоже можно подписаться. Также вы можете подписаться на мой блог на моем сайте всеслав-соло.ру, S как доллар, B как галочка пишется. Вот. И всегда будете первыми не только свидетелями, но и зрителями всех наших новых материалов на нашем канале выходящих. Вот. Напоминаю вам, что сейчас готовится интересная новая передача, которая будет показывать вам возможности, как готовить интересную, вкусную еду, энергетически готовить, чтобы менять свою жизнь, судьбу, влиять на кого-то и как-то. Вот, эта передача готовится Велинием и его супругой Мирославой. Передача интересная, советую приготовиться к ее первому визиту на нашем канале. Она будет называться «Съедобное колдовство». «Съедобное колдовство». Естественно, что я практически уверен, что эта передача всем понравится. И вы сможете понять, что можно не просто кушать, а кушать с огромной пользой. Ну, не буду сейчас предвкушать события. Посмотрите эту передачу «Съедобное колдовство». Выпуск первый, он готовится, вот-вот скоро выйдет. И сами уже... Думаю, что будете ее завсегдатаями. Ну что ж, мира и добра всем, удачи, осознания себя. Не забывайте смотреть наш канал, побольше улыбайтесь, счастья вам и всяких-всяких благ и благополучия в жизни. Удачи!